Мур, привет, друг, это Зверько. Обновление 1.6.24 довольно-таки большое, поэтому сразу начинаем. Валентина. Пассивка. Увеличили вампиризм с 50 до 60%. Первый навык. Продолжительность страха увеличили до целой секунды. Увеличили магический бонус. Было 120%, будет 150%. Немного увеличили радиус навыка. Эймон. Зачем-то уменьшили урон новому убийце. Пассивка. Базовый урон заряженной атаки снижен. Был 125, будет 100 ровно. Первый навык. Уменьшили магический бонус для осколков. Было 20%, будет 15%. Ульта. Увеличили количество осколков на земле с 20 до 25, но уменьшили их урон. Сумма урона не изменилась. Однако, замедлили перезарядку ульты. Было 40-32 секунды, будет 46-38 секунд. Ах да, чуть не забыл. У меня часто спрашивают, где можно купить алмазы подешевле. Есть у меня один официальный дистрибьютор. Есть у меня один знакомый магазин. Кодашоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодашоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс.Деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру, и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Халид. Пассивка. Усилили замедляющий эффект с 25% аж до 50%. Увеличили количество энергии, получаемой под ультой или первым навыком. Первый навык. Ускорили анимацию. Немного уменьшили базовый урон. Был 200-550, будет 170-520. Увеличили бонус к урону. Было 10%, будет 15%. Штраф к урону по миньонам. Теперь будет уменьшаться с уровнем. От 50 до 75%. Ульта. Уменьшили базовый урон и бонус физатаки для первого дамага. Базовый урон второй атаки был 500-800, будет 450-75. Тоже уменьшили. Но будем честны. Халид хорош первым и вторым навыком, а ульта для наведения суеты. Бэйн. После тестового обновления получил роли боец-маг. Гарри Поттер и узник подводного царства ML. Первый навык. Добавили эффект замедления к пушке. Сила замедления будет рассчитываться с учетом магической силы Бэйна. Второй навык. Немного изменили расчет исцеления. Теперь он больше зависит от магической силы. В целом ничего серьезного. За формулы не заморачивайся. Но на мой взгляд, ему бы ульту новую сварганить. Бардс. Уменьшили базовую защиту на 5 единиц. Разрабы не могут определиться с выживаемостью Бардса. Пополь и Купа. Вернули атрибуты здоровья из патча 1.6.22. Натан. Первый навык. Уменьшили базовый урон. Был 200-500, будет 165-465. Беатрис. Винтовка. Ульта. Увеличили физический бонус на 30%. Дробовик. Ульта. Уменьшили урон. Был 254-445, будет 260-430. Гранатомет. Ульта. Уменьшили урон. Теперь урон снижается до 20% при попадании по одной цели, а не до 10%. Пистолеты, ульта, уменьшили базовый урон. Было 225-315, будет 200-320. Вот так, сначала стрелков апают, потом занижают, но не всех, об этом дальше. Кагура. Первый навык. Увеличили базовый урон. Было 290-590, будет 315-590. Второй навык. Уменьшили затраты маны. Было 80-105, будет 55-80. Кагура после реванпа поплатилась уроном. Похоже, будут восстанавливать. Матильда. Первый навык. Урон немного подняли. Было 410-660, будет 425-700. Но теперь урон по одной цели уменьшается до 20% вместо 30%. Второй навык. Увеличили затраты маны на этапе ранней игры. Было 120-95, будет 75-100. Ульта. Теперь виспы будут наносить немного больше урона. Базовый урон висп был 40-50, будет 60-70. Ребят, вы давно видели Матильду в ранге на ру-серверах? Напишите в комментарии. Хаябуса. Второй навык. Добавили времени перезарядки. Было 19-14 секунд, будет 20-16 секунд. Ульта. Сильно увеличили КД. Было 40 секунд, будет аж 50 секунд.
Мне кажется, довольно жесткие нейрфульты. Может, еще одумаются. А вообще, посмотри мой недавний гайд на Хейбуса на канале. Там есть интересные фишки. Пакита. Ульта. Увеличили перезарядку. Было 18, 15 секунд. Б24, 18 секунд. Тоже довольно сильный нерф с учетом стиля боя Пакита. Фовиус. Первый навык. Получил перебаланс. Базовый урон уменьшили. Был 225, 525. Будет 250, 500. Но уменьшили потребление маны. Было 50-65, будет 40-60. Урон по миньонам увеличили на 10%. Немного странное решение, если честно. Аргус. Пассивка. Сильно увеличили физический бонус заряженной атаки с 80 до 120%. Я считаю, это немного бустанет Аргуса. Аулус. Первый навык. Срезали перезарядку. Было 13-9 секунд, будет 12-7 секунд. Таким образом, увеличили мобильность. Глу. Второй навык. Теперь будет сокращать КД с уровнем. Раньше было 10,5 секунд все уровни, теперь будет уменьшаться до 8 секунд. Грейнджер. Исправили баг со скоростью атаки. А в пассивке уменьшили получаемую скорость с 50 до 40. Но игра показывает, что он получает 50% скорости атаки от снаряжения и эмблем. Точно узнаем уже после обновления. Адетта. Пассивка. Сильный ап. Теперь, если противник один, нота будет скакать между врагом и адеттой, тем самым увеличивая урон по соло противнику. Второй навык. Сильно увеличили скорость полета шара. Эти два изменения поднимут комфорт игры на адетте, притом серьезно. Кэрри. Получила значительный баф для своей ранней игры. Первый навык. Уменьшили манозатраты. Было 80-130, будет 40-65. Ульта. Тоже стала дешевле в мане. Было 140-180, будет 70-90. Увеличили урон звездочек, особенно в ранней стадии. Бруно. Первый навык. Увеличили урон с развитием навыка. Было 120-270, будет 120-320. Клинт. Пассивка. Изменили расчет урона заряженной атаки. Вдобавок, теперь критовать может только расчет из физического бонуса, без базовых 100 единиц. Что это значит? Пассивка будет сильнее на ранней стадии игры, но слабее в поздней игре. Горд. Немного увеличили урон в ульте. Было 200-320, будет 220-350. Иксборг. Уменьшили стартовый показатель здоровья ему и его броне. Было 1018, будет 918. Кусака. Второй навык. Замедлили перезарядку. Было 12-10 секунд, будет 15-12 секунд. Ульта. Увеличили бонусный урон от физатаки, уменьшив базовый. Я бы назвал это нерфом Кусаки как саппорта. Изменили принцип отхила краба. Он теперь отходит на большую территорию и здоровье начинает восстанавливать с задержкой после возвращения. Это позволит его легче стилить и, в принципе, отбирать у противника. Вот и все. Напиши в комментариях, чего ждешь больше, обнову или Эймона на основной сервер. Удачных боев, друг! Что любовь, то уже не